Всем добрый день, сегодня мы находимся в парк Победы. У нас сейчас дождик идет. Сейчас немного погуляем, может белок покормим, не знаю. Посмотрим, поищем. Да, люди все равно гуляют в дождик. Но сегодня у нас плюс 13, дождь. Да, прям не идеальная погода для прогулки. Но ничего не поделаешь с этим. Погода ерундовая. Вообще. Очень тепло на улице. И довольно по-весеннему как будто. Как будто у нас снова весна пришла. Вон там собак много. Ух ты. Ё-моё. Надо идти по центральной аллее. Давайте лучше пойдем по центральной аллее. Через это как он? Через лес. Я собак вообще ненавижу. Там столько собак было, я сидел. Любовь тут растут. Не, лучше я пойду через центральную аллею, чем там. Да ну нафиг. Там столько людей, собак. Блин. Там вообще есть и творится. Вы бы видели, как будто как стая какая-то. Наверное, штук 20. Если не 20, но... Только 5-7 где-то собак было больших. Не знаю, откуда они дикие, не дикие. Ну, бездомные или нет. Вот. Так что будьте аккуратны, конечно. А мы сейчас пойдем, наверное, вдоль центральной аллеи, потому что на собак мне неохота наступать. Как они там прошлись посередине. Я надеюсь, что мы их не достанем. Как бы все равно опасно гулять, когда собак много. Будьте аккуратны, конечно. Это парк Победы. Не знаю, откуда собак появилась, сколько раз мы гуляли. Собак вообще не было, я офигел. Там прям целая стая. Только 5 тонн собак было. Я такой, блин. Опять 25. Не, конечно, это жесть, конечно. Вы видели, сколько собак полетело. Вообще трес полный. Не знаю, белок покормим, не покормим. Сейчас дойдем немножко. Вон, тут собаки не бежали, вон они. Ух ты, ебать. Еды сколотить. Они, кстати, идут по центральной, то есть, как бы не сказать, они идут, блин, сейчас ненадолго прервусь. Идем дальше. Вон они уходят. Ох, этот лес полный, я такого еще не видел, ребят, реально. Сегодня столько собак было, я охуел просто. Там собак до хуя. Вот. Так. На, мы все-таки идем. Вот дождь, ливень прям. Это пипец. Вот. Трес поводу. Да, они убежали. Ну, слава богу. Это просто трес какой-то был. Вы бы видели, сколько собак было тут. Прям ужас какой-то. Нафиг надо тут гулять, да? Прям какой-то трес. Не, больше я не хочу тут гулять. Ну ладно, я уже не гулять. Если честно быть. Идемте под елки, а то слишком сильный дождь пошел. На.
прям какой-то тряс. Жуть. Я еще такого не видел. Реально. Я когда увидел, тут 5 пробегало. Прям, ну это просто ужас какой-то. Реально очень опасно. Хотя сам боюсь собак, но я лучше за километр пойду стороной, чем на них буду наступать. Они когда, когда поищу, вот не уйду, они собака чувствуют. Смотри, какая особо. Особенно бездомные, они чувствуют. Вот так что. Меня аж мурашки по коже побежали. Прям, ну, очень прям жарко было. И у нас сейчас дождь, ливень пошел. Блин, это вот треск какой-то. Да, я не прогулочка прям. Такая себе. Ливень прям ужас какой-то, ребят. Вы видели, какой дождь идет на улице. Просто жесть. Ливень, ливень. Мне еще на Октябрьске надо идти. А не так садить. Это просто трек какой-то. Ну хорошо, что у меня куртка. Не промокающая, в принципе, можно гулять дальше. Идти. Сейчас посмотрим. Главное, белок накормить. Трамвай у нас до 25 года ходит. Не будет ходить, точнее. Вот. Вон. Белку мне кидали. Поехал там к Калмыцкий, а белок нет. Они, видимо, попрятались. Сейчас в одно место зайдем. Там в одном месте белки сюда. Ох, какой ливень, ребят. Это трефат. Ой, какой-то. Хорошо, это камера. Не знаю, вот как камера себя поведет. Так как... Камера у нас кнопка лопнула напополам, а домой протекать. Так что я не знаю. Пойду домой посмотрю. Так камера как бы, ну пока вроде нормально все показывает. То есть никаких нареканий нет, особенно в дождь. Вот люди идут, то есть девушка идет без зонтика. Я сейчас тоже не подумал, надо было зонтик взять, конечно же. Но это просто жесть какая-то. Да. Трэш полный просто. Да, ребят, грязи полно, воды полно. В принципе, на улице тепло. Грибов много будет, кстати. Ну, что-то я в этом году не ездил с грибами, так как... Не знаю. Я бы всегда очень полегко походил, но... Не знаю пока. Мой когда-нибудь еще ездить, а мой нет. Ну, на рыбалку, не знаю, наверное, не пойду. Уже на следующий год, а вот в лес. Вероятность того, что я поеду, есть еще. В принципе. Эх, жалко, что с камерой так происходит, то есть кнопка лопнула напополам, а вода ты доплатишь. Будет протекать и все. Она может огличить. Особенно в соленой воде. Но эта камера будет не для подводной съемки. А чисто для влогов. Как вторая камера. Так что кто желает поддержать на камеру. Ссылки есть в описании. Буду очень благодарен любой сумме поддержкой. Собираем на камеру. Надеюсь, у вас получится. Собрать меня на камеру. Я буду радовать контентом под
подводными ёмками там и так далее. Так что очень буду благодарен. И на улице довольно тепло. Я вот уже сварился просто. Хотя дождь идет, блин, ливень просто. Трех просто какой-то. Реально. Я бы пожалел, что пошел гулять. Так, такую погоду, хотя у природы неплохо погода. Я помню, мы гуляли даже в дождь. Сколько раз. Ну, это давно было, правда. Но мы практически уже дошли. Вот. Ну это просто жесть какая-то. Что не происходит. Погода вообще ни о чем. Ну а мы с вами будем, наверное, прощаться. Так. Через секунду продолжим. Так, мы нашли белку, так что вон она там. Здесь она придет. Или. Так. Не так дождь идет, как в данный момент. А ну-ка. Не жили она не спит? А, извините. Куда? Хотя... Непонятно. Ладно, пойдемте туда. Там. А, вон туда вот спин. Сейчас я ее скину. Поищем белку, но если мы ее найдем, хотя есть на один лайк, ну вариант точнее, вон она там находится, сейчас попробуем, вон она взяла грецкий орех, который я был нащупал, сейчас она будет его копать, интересно, куда она копается. А, на его волка. Во рту делает. Ищет. Куда его копать? Попробуем покормить. А. Она вот ищет, но все же. Не знает, куда закопать. Его. Одна белка появилась. Надо будет. Да, где-нибудь там закопают. На них бывают, говорят, то, что имейте в виду, то они бывают. И все. Вон она сейчас там закопает. Пойдемте ее дадим. Попробуем сейчас дать орех на камеру. Еще на вас нет, конечно. Иди сюда. Иди. Куда ты пошла, дочка? Боится. Вот он. Красивый белка. Ладно, не будем мокнуть. Пойдемте дальше. Как едят. Прячется, да.
Белки есть, одна только белка. Больше нет белок. Ну, по факту, 3 или 4 белки всего лишь есть. А мы подходим к концу уже, как бы. Блин, ну и погодка. Это вообще трех просто. Просто трех какой-то, ребят. Погода ужас какая-то. Ну, хотя, вроде неплохо погода. Дождь нужен. Перед зимой как раз. Хотя еще до зимы где-то 2 недели плюс-минус. Но все. То всем хорошего дня, отличного настроения. Всем удачи, всем пока-пока. На следующее видео и все. Также не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Все для вас стараюсь. Кто желает поддержать, ссылки есть в описании. При большом поддержке очень буду благодарен за ранее на камеру на GoPro 12. Всем пока-пока. Это был Парк Победы, город Либер. Сегодня у нас дождь, ливень. Так что всем пока-пока.